Всем привет, с вами я, Александр Демидович. Сегодня у нас 9 июля 2021 года. Я хотел бы с вами поговорить вот о чем. Год тому назад я проводил среди нас, среди вас, опрос среди полтавчан и желающих участвовать в нем с таким своеобразным вопросом. Вы уверены, что ближайшие местные выборы приведут к улучшению экономического положения в городе? То есть мы уже на тот момент понимали, что выбором быть и неизбежно. И я задался этим вопросом для того, чтобы мне стало интересно, на что люди надеются. Но результаты на тот момент, год тому назад, показали вот что. Ничего не изменится, сказали 79% пожелавших участвовать в опросе. 11% участников опроса сказали, что ситуация в городе ухудшится. Ну и на улучшение надеялось 10% участников опроса. Ну, казалось бы, ситуация понятная, но на сегодняшний момент я провел подобный опрос. Как вы считаете, улучшилось ли положение в городе после последних местных выборов? И вот как распределились ответы. Улучшений не вижу, ответило 68% участников опроса. 26% участников сказали, ухудшилось положение в городе. То есть они видят ухудшение. Ну и улучшение налицо увидело 6% участников. То есть мы получаем вот такую тенденцию. Ничего не изменится. Ожидало 79%, получило 68%. Ситуация ухудшилась. Ожидали 11% участников опроса, получили ухудшение 26% участников опроса. Ну и улучшение было, ожидали 10%, а получили 6%. Общая тенденция, как я вижу, такова, что все-таки ситуация в городе стала хуже, чем даже ожидалось. Но это не я, это мой опрос, на который отвечаете вы. Всем хорошего настроения и еще одна просьба, участвуйте в опросах. Почему? Потому что политики на сегодняшний момент довольно часто манипулируют и свое личное мнение выставляют как мнение общества или большинства. И мне им что-то доказывать очень проблемно. Чем чаще вы все участвуете в моих опросах, тем лучше. Мало того, если вы не хотите участвовать в опросах по каким-то причинам, мне достаточно будет ваших лайков разными смайликами. Я их оцениваю тоже, и в дальнейшем мы с вами будем с помощью их то же самое анализировать и делать какие-то выводы о том, что реально происходит вокруг нас. Всем хорошего настроения, хорошего дня!